Меня зовут Наливайко Христина Ильинична. В годы Отечественной войны я была сельской учительницей. Когда я в конце августа поехала на третий последний курс в Тобольск, я намеревалась сесть на пароход, доехать до Тобольска. И вот как раз пароход шел из Тобольска. И здесь, на пристани, он должен был взять призванных на фронт. Я наблюдала такую сцену, что до сих пор не могу об этом спокойно говорить. Собрались деревенские, естественно, мужчины и женщины. Женщины с детьми, у кого-то на руках малыш. Двое ей держатся за юбку. В общем, как правило, все были с малышами, с детьми пришли, вот мужей отцов провожать. И вот, когда подошел пароход, и мужчины погрузились на пароход, начался такой плач. Пароход отчалил, такой был колесный пароходик. Мужчины все сгрузились на борт к этому берегу. Пароход накренился. Матросы гонят мужчин. А женщины бегут с плачем, даже сказать, с воем. Бегут за пароходом по берегу. Извините, но это что-то было невообразимое. И вот они бежали до тех пор, пока там не добежали до речки, которая впадает в Тобол. Там они остановились на берегу. Вот это была потрясающая сцена. Вот так провожали.